Всем привет! Сегодня мы выбрались в очередную прогулку. И хотел бы я вам показать, как я ловлю усача Роме Мачата. Вот он, ивняк стоит. Там речка дальше, в этом хмызнике. Вот он развивается в корнях такого ивняка. Кормится на зонтичных растениях. Вот ивнячок такой стоит. В пасмурную погоду можно его и здесь встретить. Солнечную в основном хорошо ловится на зонтичных. Сейчас как раз июль, август. Самое время его выхода массового. Его можно встретить вот на таких цветах. Красивый крупный жук. Можно даже в коллекцию собрать серию. Цветов много разновидностей у него. От вот одного я уже увидел. От зелено-синего до коричневого. И размеры разные. Большие, маленькие. Он сидит уже. Небольшой самец. У самца вот усики более крупные, длинные, чем у самки. И самки сами по себе немножко больше. Ну и попадают самцы большие. Вот этот такой зелено-коричневой расцветки. Вот на зонтичных таких можно собирать их. В пасмурную погоду они вот на таком кустах ивняка тоже сидят, бывает, на стволах. Давно я здесь не был. Сейчас посмотрим, где зонтичные остались. В один сезон здесь вот были хорошие. Ну, в общем, в этой локации осматриваешь цветы и собираешь жуков. Они бывают и на стебельках, и на цветах. Собираешь и ловишь. Небольшой самец, которого я только что встретил. Вот у него усы длинные. Небольшой размер, зеленовато-коричневого оттенка, бывает в синему, бывает коричневый. Можно собрать целую серию по цветам, по размерам. Очень интересный жук, бывают крупные. Вот он даже пищит, как все усачи. Пойдем сейчас дальше посмотрим. В этом году здесь мало зонтичных. Было здесь прямо все поле белое в цветах. И активность жука поменьше. Пойдем сейчас еще поищем где-нибудь, где не могут сидеть. Вот еще один усач коричневого оттенка. Не успел я его заснять на цветах. У него защитная реакция, он сразу падает в траву, где потом приходится его искать. Вот он сразу свалился, я пока нашел его, снял. Они подъедают корни ракиты, ивы, питаются здесь. Если самку встретить, можно потом на стеблях найти много. Сейчас немножко разжарило, они уже прячутся. Хорошо вот ловятся пораньше, с утреца, когда только начинается тепло, но и к вечеру. Потом можно вечером тоже так же их на цветах встретить. Возле самки бывает по несколько самцов сидят. На стеблях, на других рядом. Это тут один кормился. Вот еще один темный самец, которого я поймал. Тоже уже сразу увидел меня и нырнул в траву. Пришлось доставать. Раньше, когда маленький был, ходил в деревню, их вот вдоль деревни ракита кустарниковая это росла, и на цветах на зонтичных их было много. Вот такой вот экземпляр. Вот еще один сидит, полетел. Не успел я его поймать ради кадра. Тут хотел тоже
встретил трех самца и двух самцов и самку. Хотел снять, а они сразу резко упали в траву, я их не нашел. Вот на таких вот ракиты, где они также сидят, выводятся. Вон один полетел и сел на яблоню. Мне, наверное, не видно просто отсюда. Заглянул глянуть осмодерму. Лазил, что-то никого. Вот одного он встретил. Крупный самец сидит. На этом дупле ни разу не встречал. Красивый. Пробежался еще, посмотрел выход из модермы. Встретил одного самца. Крупный. Пахнет очень приятно. Ну, оставил его. Он без усика. Пускай живет, если птицы не съедят. Вот возвращаюсь опять назад. Смотреть усачей. Особо я их не собираю так вот, между делом. Вот прохожу здесь туда да назад и посматриваем. Идем посмотрим зонтичные. Также вот на таких пушистиках сидят. Вот на стволах. Вот он, я не знаю, видно его на экшн-камеру. Только сел. Оп, улетел. Где-то туда. Вот он. Вот он. Попался. Упал и потом сразу поднялся на крыло, стал улетать, лазит. Сейчас жарко, они уже в основном вот на стеблях сидят. Пойдем еще посмотрим. Вот тут довольно крупные зонтичные, я уже усики вижу. Сидит. Довольно-таки шустрые жуки. Одной рукой не всегда удается. Вот поймал. Пытается меня укусить. Коричневый, темный. Тут у нас речка. Отдыхающих много. На лодках, на катерах. Все сплавляются. Сейчас еще здесь пролезем, по зонтичным глянем и будем закругляться. Вот еще один. Все какие-то темные и небольшие. Хорошая. Посмотрим. Чай как? Не видать. Вот они. Удалось пару поймать. Самца с самкой. Самец поменьше. Самка покрупнее, усы поменьше. Также я их на болотах ловил. Далеко летают от веток до цветов. Вот еще один.
такой вот усач. Ладно. Тут можно лазить бесконечно. Они подлетают, улетают. И собирать вот таких жучков. Сейчас я еще немножко похожу и буду домой двигать. Всем спасибо. До новых встреч.